не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Республиканский народный праздник животноводов НАДЭМ состоится 13 и 14 июля. Соответствующее постановление о проведении народного праздника Тувы-НАДЭМ 2019 было принято правительством республики. Праздничные мероприятия в основном пройдут в местечке Тозбулак Кызылского района и в городе Кызыл. Подробный план мероприятий разработан Республиканским организационным комитетом, который был составлен в соответствии с учетом объявленного года человека труда в регионе. В связи с тем, что празднование выпадает на субботу и воскресенье, выходные дни с субботы 13 июля и воскресенье 14 июля будут перенесены на понедельник 15 июля и вторник 16 июля соответственно. Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы. В целях сохранения исторической памяти и в ознаменовании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляя провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы, говорится в указе главы государства. Организацией Года памяти и славы займется Российский организационный комитет «Победа». В течение месяца правительство должно утвердить план основных мероприятий. Указ вступил в силу со дня подписания 8 июля. Повышение качества и доступности государственных услуг населению – одно из главных направлений деятельности МВД по Республике Тыва. В Туве с начала 2019 года паспорт оформили более 10 тысяч граждан, загранпаспорт – более 5 тысяч. С начала года подразделениями по вопросам миграции органов внутренних дел Республики оказано свыше 51 тысячи государственных услуг, из них 44 тысячи – физическим лицам. За оформлением паспорта гражданина Российской Федерации обратилось 10 204 человека. Заграничный паспорт оформили более 5000 граждан. Государственной услугой по регистрационному учету граждан Российской Федерации воспользовались 23126 граждан. Через единый портал государственных услуг продано 20385 заявлений. Доля оказанных услуг в электронном виде составила 79,7% от общего количества оказанных государственных услуг в сфере миграции. И о курсах валют. Доллар стоит 63 рубля 77 копеек, евро 71 рубль 46 копеек. Шубы в рассрочку. Норка 39 тысяч рублей. Мутон 6 900. Успей купить с 11 по 14 июля. Спорткомплекс имени Ивана Ярыгина. Улица Интернациональная, 3. Пользователи социальных сетей призывают полицию Тувы разыскать автолюбителя, заехавшего прямо на автомобиле в жемчужину Тувы, соленое озеро Дусхоль, куда приезжают отдохнуть и поправить здоровье тысячи жителей Тувы и соседних регионов. Как сообщает Министерство природы Республики, вопиющий случай произошел в прошедшие выходные. Некто заехал в своей машине прямо в озеро. На сайте Министерства природы Тувы отмечается, что данный случай является нарушением природоохранного законодательства, в связи с чем ведомство обращается к очевидцам с просьбой сообщить время, дату, марку и госномер автомобиля, который находился в озере Дусхоль, для привлечения к административной ответственности. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва напоминает, что озеро Дусхоль и прилегающая территория переведена в категорию особо охраняемых природных территорий, а озеру присвоен статус природного памятника. За нарушение режима особой охраны памятника природы предусмотрен административный штраф в размере от 3000 до 4000 рублей на физические лица. Еще один случай, связанный с озером Дусхоль, произошел 8 июля. На стационарном посту ДПС «Шевелик» пресечен незаконный паровоз лечебной грязи «Рапы» озера. Транспортным средством управлял житель города Саяногорска Республики Хакасия, а также с ним находились два пассажира из Кемеровской области. При осмотре в грузовом отсеке транспортного средства были обнаружены 4 пластиковых емкости объемом 10 литров, которые были наполнены грязью темно-серого цвета.
Со слов пассажиров и водителя автомобиля, грязь была добыта с озера Дусхоль для личного потребления. В отношении водителя транспортного средства был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение правил охраны и пользования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». Лечебная грязь была конфискована сотрудниками дирекции по особо охраняемым природным территориям Тувы и передана в межрегиональное управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва для исчисления размера ущерба. Сотрудники республиканского МВД посетили летние оздоровительные стационарные лагеря «Орленок» и «Байлак». Особое внимание в период летних каникул полицейские уделяют детской безопасности. Встречу с детьми правоохранители организовали в конкурсно-игровой форме. В начале мероприятий сотрудники полиции в целях пропаганды здорового образа жизни провели утреннюю зарядку. Далее по плану мероприятий правоохранители создали тематические площадки, где ими были подготовлены конкурсные задания и показательные занятия по правовым вопросам, по здоровому образу жизни, о вреде употребления наркотиков, а также по правилам безопасности дорожного движения. Инспектор-кинолог ознакомил детей с общим курсом дрессировки служебных собак и так далее. Министерство внутренних дел по Республике Тыва ежегодно проводит профилактические мероприятия в стационарных лагерях, расположенных на территории Республики Тыва. Сегодня мы приехали в стационарные лагеря «Байлак» и «Орленок», расположенные на территории Тандынского района. Нами, сотрудниками Министерства внутренних дел по Республике Тыва, детям были разъяснены уголовная и административная ответственность несовершеннолетних, меры личной безопасности, правила поведения в общественных местах, в том числе водоемах. Также нами, детям, были разъяснены комендантский час, то есть о недопустимости несовершеннолетних лиц после 22 часов в общественных местах без сопровождения родителей. Всего в проведенных мероприятиях были охвачены более 380 детей. По итогам проведения конкурсных заданий победители награждены сладкими подарками, а также грамотами. Лето – время приятных сюрпризов. Компания «Вятские меха Белка» подготовила для кызылских модниц более 1000 изделий из норки и мутона, каракуля, пушнины и многое другое. В честь открытия сезона действуют скидки 30, 50, 70%. Таким образом, норку вы сможете приобрести за 39 тысяч рублей, а мутон – за 6 900. Ассортимент подобран с учетом модных трендов и запросов покупательниц. Самые популярные модели в этом сезоне – это летучая мышь, шубки-трансформеры и вечная классика. В каждой из них удачно сочетается элегантность и практичность. Интересный вариант – шубки из крестовки. Мех крестовки ценен тем, что благодаря разнообразию природного окраса не бывает двух одинаковых изделий. На весь ассортимент действует рассрочка до 2 лет без первоначального взноса и переплат. Выставка «Вятские меха Белка» будет работать только с 11 по 14 июля в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина по улице Интернациональная, дом 3. «Вятские меха Белка» – все ради женщин. В региональном диагностическом центре открылся новый кабинет магнитно-резонансной томографии, который позволит пройти диагностику без очереди и получить высококвалифицированную медицинскую помощь. К слову, в данный момент диагностика не работает по обязательному медицинскому страхованию, но руководством центра ведутся переговоры по поводу получения населением этой услуги по системе ОМС. К большому сожалению, пока услуга эта платная, но мы планируем, ведем переговоры с Министерством здравоохранения. И вообще это моя личная позиция, что население должно как можно больше получать услуг за счет государства, то есть бесплатно. Я думаю, мы сегодня вот начинаем работать, и в ближайшие недели путем переговоров Министерство определит, какие категории в первую очередь оно захочет подключить к нам. Ну, все в руках министерства. Мы открыты, мы готовы увеличивать продолжительность своей работы до 2-3 смен, но мы обязательно сделаем, чтобы часть населения получала помощь бесплатно. Для внедрения в Туве кабинета данного уровня из Томска приехал доктор медицинских наук, специалист в области диагностики МРТ Павел Лукьяненок. Помимо этого, кабинетом налаживается система дистанционного взаимодействия со специалистами из Томска, благодаря чему заключение обследования можно будет получить в самый короткий срок.
Здесь есть специальные такие протоколы, которые позволяют визуализировать отдельно вены, отдельно артерии, выявлять опухоли, патологию эндокринной системы, гипофиза, надпочечников, почек. Помимо диагностики, приглашенные специалисты на базе центра будут обучать региональных врачей. Мы готовы готовить врачей, специалистов работы МРТ. Кабинет начал работу уже с 9 июля. Обследование у специалистов можно пройти в региональном диагностическом центре по улице Гагарина 2А по предварительной записи по телефону 20808. В ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, местами небольшие и умеренные дожди. В отдельных районах сильные дожди, грозы, возможен град. В Кызыле перемена облачность, без осадков. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Днем порывы до 15. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов, днем плюс 32, плюс 34.